Всем привет, с вами Муравит, решил я тут своих жнецов переселить в террариум. Что, как, почему, расскажу по ходу дела. За основу была взята арена одного из моих фармикариев. Для поддержания влажности решено было положить гипсовую плиту, которая завалялась у меня еще со времен создания старого форма для жнецов. Кстати, если тоже хочешь себе морских жнецов, но нет денег на целую колонию, а сей вид в твоих краях не водится, в таком случае советую оформить предзаказ на матку мистер структур в магазине Эко Ант по весьма низкой цене. Там же можно заказать фармикай, корма и тому подобное. Ссылка в описании. Хотел все края замазать герметиком, но он у меня закончился. Впрочем, ничего страшного. Финальный этап – это субстрат и баночки, которые будут выполнять роль домиков. Для чего я все это задумал? Изначально я хотел временно переселить жнецов, потому что содержать в старом гнезде уже просто нет сил. Он просто пересыхает и весь разваливается. Но... Дальнейшие события заставили меня задуматься, а не оставить ли их в террариуме на более длительное время. Поначалу не было ничего необычного, мараши потихоньку осваивались, перетаскивали субстрат туда-сюда, однако он им надоел и... Что неудивительно, они начали грызть гипс. Я не придал этому большое значение и со спокойной душой уехал на пару дней по делам, а когда вернулся, просто офигел. В старом фармикаре мараши нашли лазейку и устроили огромный побег. Вся тумбочка была в марашах, а самое удивительное, они напали на пожарников и пытались захватить фармикарей. Конечно, пахикандивы мессерам не по зубам, точнее не по мандибулам. У этих гигантов хорошая броня, химическая защита и жало. Кстати, кусаются они послабже, чем осы, но все равно больно. Так вот, жнецы облепили весь муравейник. Захватчики вытаскивали субстрат на стекло, всячески пытались проникнуть внутрь, но при этом весьма осторожничали. Защитники, в свою очередь, строили баррикады, отлавливали наглых мессеров и тут же расправлялись с ними. Битва шла до тех пор, пока я не навел порядок. Но это был не единственный сюрприз. Если в формике пожарников велась настоящая война, то в террариуме царил мир и покой. Строители из субстрата и гипса сделали вот такую красотень. Что-то наподобие стены. Очень много марашей переселилось, но им тут тесновато. Скорее всего, подключу еще формика и от этой арены. Я давно уже не наблюдал за жнецами с таким интересом. Большинство марашей не тупо сидят в камерах, а работают. Делают насыпи, роют туннели, каким-то образом штукатурят стены. Я недолюбливаю грунтовые формикаи, но тут что-то иное, со своей изюминкой. Стройка продолжается, далее видео вы увидите сей процесс, а мне больше сказать нечего. Разве что, если понравилось видео, ставь лайк, подписывайся на канал, вступай в группу. С вами был Муравьед, всего хорошего.